девчонки, а также их родители. Веселые истории прочитать не хотите ли? Начну со спойлера. Скучно точно не будет. А хэштег этой классной книги звучит так. Школьно прикольно. Книга «Учил, но забыл» или «Задание на лето» наполнена разнообразными веселыми рассказами о жизни школьников на летних каникулах. В героях книги многие читатели узнают себя, но они все из прочитанных историй вам захочется рассказать родителям. Итак, все рассказы связывают летние каникулы с детективом Ром Ромычем и его помощницей Кэт. Ты поучаствуешь в раскрытии дела о лете вместе с девочкой Светой, которая летом решила перечитать детские энциклопедии. Узнаешь об ужасах, которые описаны в этих умных книгах. Развязка рассказа. Ужасы энциклопедий или многие знания, многие печали будет для читателя очень неожиданным. А вот загадочный рассказ «Золото Моргенштерна» заинтересует любителей таинственных историй. Во-первых, действие происходит в лагере, а именно там по вечерам так и манит выйти за территорию лагеря и посмотреть, что там за забором. И вот ты уже в лесу, опускается тьма, и вдруг перед тобой дворец. Он, конечно, давно заброшен, но именно у него есть страшная история про привидения и клады. Во-вторых, читая этот рассказ, тебе не хочется останавливаться. Хочется как можно скорее узнать, чем закончится эта таинственная и, поверьте, очень веселая история. Прочитай и узнай. Я уверен, что вы прочитаете книгу на одном дыхании. Главное, успевайте переводить дух от смеха. И еще, есть такая примета. Как первый месяц в каникул проведешь, так и остальные 8 пролетят. Читайте книгу «Учил, но забыл» или «Задание на лето».